Всем привет, народ, с вами Варчик. В этом видео хочу с вами поговорить на такую тему, что картошка — это уже не та игра, в которую мы все с вами начинали играть. Кстати, всем спасибо большое огромное за то, что вы вчера меня поддержали, и это было вообще невероятно. Донаты, которые приходили на Сбербанк вне стрима, это просто нечто. Всем большое спасибо за маленькие, за большие, за все донаты. Спасибо огромное. Мы, конечно, еще не все собрали, но у нас еще есть до 4 числа время, поэтому я думаю, что потихоньку все будет огонь. Ну и поздравляем тех 4 счастливчиков, которые отправились со вчерашнего видосика в бан, поскольку они написали неимоверный высер. А в этом видео хочу вам рассказать про то, что картошка — это уже совсем другая игра. И когда я начинал в нее, то все было совсем по-другому. На десятках я стремился к 3000 среднего урона, всего лишь к 3000. Я сразу, когда начинал играть, у меня было 55%, я был зелененьким таким вот киборгом. И в принципе я старался играть позиционочки, там какие-то перекаточки, смотреть на карту. В принципе все то же самое, что и делаю сейчас, но раньше я в основном отыгрывал просто позиции. Но сейчас игра переросла в нечто большее, чем просто позиции. И на десятках я уже стремлюсь не к каким-то там 3000. Уже вполне вменяемый результат на десятках — это 5000. А 3000 — это то, к чему надо стремиться на 8 уровне. Для большинства это какие-то цифры, которые они даже не видели. Но по статистике довольно-таки большое количество людей такие цифры набивает. А если эти люди набивают, значит это возможно. Значит к этому есть смысл стремиться. Но давайте рассмотрим игру, из чего она превратилась и во что. Раньше это была такая вот медленная позиционная игра. С небольшими перекатками, поджимчиками и иногда разменом хп. То сейчас игра превратилась не только в позиционочки какие-то, которые тоже нужно уметь разыгрывать, но также еще очень много таких факторов психологических. Правильно вчера Леха на стриме заметил, что брони у танков нет. То голдой, то фугасами каждым выстрелом наносит урон. Игра поменялась, и брони в игре стало не так уж и много, и вся броня закручена на ВБР, повезет, не повезет. Поэтому нужно нивелировать ВБР, и для ВБР, для казино, сделать как можно меньше шансов, чтобы оно проявлялось в негативном факторе для вас. И нужно делать так, чтобы для врага этот негативный фактор возрастал. Как это нужно делать? Нужно психологически давить на врага и самому себя держать в руках. При этом нужно давить врага при малейшей возможности, очень внимательно смотреть, разводить его на выстрел, раскачивать свой танк, раскачивать оппонента, мансевать, нужно двигаться, следить за тем, стрелял он, не стрелял, кто куда отвлекся. Нужно его напирать, надавливать на него, чтобы ему было плохо. Он стрельнул один раз, не попал там, гуслю сбил, ты ему в ответ два раза. И просто давишь его, давишь психологически, просто задавил, и он ничего не сделает. Это уже не та игра, которая была, там какие-то позиционочки, поставил ромбик, ты танкуешь, не поставил ромбик, ты не танкуешь. Да сейчас всем пиху, и поставил ты ромбик, не поставил, тебя просто проломили тебе череп, и иди гуляй. Хоть с ромбиком, хоть не с ромбиком. Нужно просто как можно меньше врагу давать шансов, чтобы ВБР имел возможность дать ему пробитие. Для этого надо занимать какие-то самые невыгодные для врага места, чтобы твой танк был скрыт. При этом ты сам должен использовать все по максимуму. Для этого тебе надо заряжать и голду, и допайки, хорошие танки нужно использовать, не играть на дерьмище. Все нужно использовать по максимуму, прокачивать свой аккаунт, свои танки, играть только на имбе, стараться. Да, это тяжело, да, это просто невыносимо, но другого выбора нет. Если ты будешь играть на плохом танке, у тебя уже изначально в начале боя минус. Если у тебя плохой экипаж, это еще минус. Нет голды, еще минус. Плохие модули, еще минус. Если ты плохо знаешь карту, позиции, бугорочки, перекаточки, не следишь за боем, это еще куча минусов. И все это накапливается и выливается в то, что ты в команде просто никто. Все это нужно делать, да, это сложно, это нужно кропотливо, внимательно за всем следить. Это больше уже какая-то игра не только позиционная, медленная, какая-то ламповая. Это уже какая-то больше на скорость, уже немного реакции. Конечно, не в стрельбе прям реакция нужна, но уже все быстрее и быстрее игра ускоряется. Да, брони меньше, но надо
использовать все возможности. В этом и проявляется скилл. Да, игра поменялась, многим она не нравится, но я стараюсь привыкнуть к той игре, которая сейчас есть. И вы видели серию стримов, которые называются «Ночное казино». Это та игра, к которой стоит стремиться, если вы хотите сейчас играть. Игра, в которой у вас за 20 боев 7к ВН8 и 80% побед. Это реально? Если все бомбление и негатив отбросить в сторону и собраться с мыслями, то можно все это делать. Нужно просто делать выводы, смотреть, куда пошла игра, и следовать за ней, если ты уже в ней находишься, или иначе нахер ты в ней вообще находишься. А кто говорил, что будет легко? Чем меньше ты врагу даешь шансов проявить ВБР, тем он более бесполезен. И ты должен использовать каждый шанс, малейший шанс. И при этом не делать ошибок. Малейшая ошибка, все, сразу враги на тебя выкатываются, дают тебе урон. Практически 100%. Это раньше можно было там что-то порамбовать, еще что-нибудь. Сейчас тоже бывает, но все это скорее всего ВБР. Потому что даже 45% киборги через полкарты умудряются там попадать. Поэтому все нужно делать максимально четко. А это бьет на психологию и бьет на внимательность, терпение и выдержку. И только тогда она тебе дает результат. И только тогда ты начинаешь наслаждаться своим результатом и, возможно, получать кайф от игры. Но перед этим нужно вложить кучу усилий. И какое это счастье, если ты все это делаешь легко. Потому что некоторым людям все это дается с таким трудом неимоверным, что они просто сгорают. С вами был Варчик, играйте красиво, пока.